Так, Сатурн. 24 августа. Еле нашел ракурс, которого его можно поймать. Ты представляешь? Так, 24 августа 2020 года, Харьков. Все с Днем независимости Украины. 20.19 по Киеву. Так, а Юпитер у нас виден, о, как раз над деревьями, ты представляешь? Ну вот это он пытается пробиться сквозь листву. Попробую резкость. Да, ну конечно никаких полос не видно, да и спутники так не особо. Ну а сейчас он еще и за листву прячется. Да. Ладно, поехали к Луне. Нет, нет, я на Юпитер, на Сатурн смотрю. Видно? Серьезно? Ну, конечно. А вон давай на Луну посмотрим, вообще будет хорошо видно. А если сфотографировать? Оно на видео сейчас, оно на видео сейчас пишется. Так что ты как минимум не ругайся, лады? Нет, если я не ругаюсь. Ничего, ничего. Все, я просто предупредил, потому что люди же разные. Сейчас подожди, посмотрим где там. Сань, иди сюда. Что там делать? Да пытаюсь, потому что с таким увеличением. Это ультразвук. Фотоаппарат, у которого. Смотри, как он ловит. Это есть. Это что? Это луна, да, притык. А это максимум, да? Да. Назад. Чтобы он увидел просто 125 град оптическое увеличение. Где ты увидел? Вот так же вот, вот. А мы начинали вот с этого, понял, приехали. Здесь смотрели туда не на Жукрой, а на Сатурн и на спутник. Понял. Ну да, вот сейчас они за деревьями прячутся. Да, у них вот такие кратеры тут голые, да? Да, видно. Ну это ж понападало. Это тогда сильно видно. А ну левее чуть-чуть можете вниз? Левее вниз чуть-чуть. Сейчас, положи, подожди, что-то. Чуть-чуть левее вниз. Еще чуть-чуть. Там видно кратеры прям. Ой, нету сильно. Убежала. Да вот это ж по-моему настроил. Вон она, вот это. Вот это линия терминатора называется. А что так? Где встречаются свет и тень, это. А, она уходит в стороны все равно. Что ты сейчас прозреешь? А, ну да, там же тень всегда, там же оно ж не крутится, оно всегда это видно летит. А ну сейчас смотри, как оно. Вот я сейчас не трогаю треногу, не трогаю камеру. Вот эта луна движется так вокруг Земли. Видишь, она показывает, смещается. Вот так вот, ну вот видишь. Вот это с такой скоростью луна вокруг Земли. Просто мы его приблизили сильно, вот сейчас он будет через кадр скакать. Это быстро, это быстро вообще сюда он пошел. Да, ну это дрожание, это просто от ветра, понимаешь, любое. Сейчас муравей пробежит рядом, он трясти начинает. Представляешь, как там звук начинает? Блин, это круто. Так, а он... Сатурн и Юпитер, что вы говорили, его можно вот так увидеть? Хоть вон ты видишь, он... Нет, это конечно. Так, тебя, можно тебя, тебя предупреждаю, не матюкайся, запись так, идет, да. Лады? Окей, хорошо. А ну. Все. Сейчас, ну только в него попадать что, еще что, тяжелее. Вот там звезды, которые за этим, за пешеходом, да? Сейчас, подожди, я его через... Ну это же не звезды, это планеты. Сатурн и Юпитер. Попробую еще в них попасть, конечно.
Фотографов больше, они тут не слабее. Ну, осторожно. Фотографов больше, но они также не видели. У фотографов тоже так можно посмотреть. Не, ну так это ж какая, смотря у тебя оптика, такая у тебя, такое у тебя и будет увеличение. Это не сменный объектив у фотоаппарата, а просто... Не-не-не. Это фотоаппарат сам? Да, он продается вот так вот, просто цельный в комплекте. А ты что, уже... Можно, да, накрутить? Уже ничего не накрутишь. Он... Не-не, штуку доллара. Да. И что, нельзя на него улучшить качество? На балдаж нельзя накрутить? Нет. Это цельный, это мыльница. Да какая ничего себе мыльница. Вот, ну что-то появилось. Да елки, листва мешают, хлопцы, честное слово, она просто за... Блин, сейчас даже спутник. Это что у вас тоже? Вот, видно, видишь? Что-то белое. Вот это Юпитер, подожди, сейчас. Сейчас он из-за листвы уйдет и будет... А он движется, ты понял? Ну, конечно, движется. Мы движемся, Саш. Земля трудится, да. Земля крутится со скоростью 1600 км. Если она резко остановится... Ну что-то случится. Видишь, видишь ленту колёк? Вот, это Юпитер, да? Да. Нет, это Юпитер дальше просто намного. 620 метров. А Луна рядышком всегда ставит, да? Это можно еще чуть-чуть, можно по Луне посмотреть. Смотри, какой он огромный, если мы его видим. Вот. Он огромный просто. А насколько раз он больше Земли? Земля 12 тысяч, а Юпитер 135 тысяч километров. То есть он 10 раз больше Земли. Блин, а можно еще раз на Луну вас попросить? Да, конечно, очень красиво. Это если был бы там сейчас этот Нил Армстронг, подожди, сейчас... мы бы их могли увидеть даже, да? Если бы они ходили, ну правильно? То уже перебор, нет, до такой степени не видно. Подожди, сейчас тебе Сатурн покажу. Если бы они ходили, можно было? Не, вы что, хлопцы. Ну там 5-километровые объекты можно увидеть, но такие мелочи, как человек. Видишь, то получается это кратер, это там не здоровенно, это очень огромное, да? Получается, сколько они километров вот это дырочка? Да, кратер. Да там, ну, разные же есть. Есть 100 километров в диаметре. Здесь тоже метеориты побили, да? Кратер один 100 километров, почему такие метеориты? Да, то есть 100 километров просто кратер. Больше моря, да? Больше моря. Сейчас идем. Это Сатурн. Это кольца вокруг Сатурна, Саш. Вот, кольца вокруг Сатурна. Ё-моё. Да, ну до него вообще... Как замереть? Еще дальше, чем до Юпитера. В окуляр посмотри. Да, да, такие. До него 1 миллиард 370 миллионов километров. Ого, Саша, видно, как вокруг него. Посмотри, как видно вокруг него почти. В 10 он раз. Он улетает в правую сторону. 10 раз. Он уже улетел, наверное. Ближе прикрыли. Давай, я подниму. Я вижу, вижу, вижу. Видишь? Да. Такое видно, как оно круги, а его... А он получается, он улетает, да? Он вот так вот. Ну, земля же вращается. Земля по часовой стрелке крутится. Я просто туда, понял? Вижу, чуть-чуть видно. Что оно такое? Всегда налево. Это кольца у него, да. Кольца. Ну, поехали к Луне, да? Самый... У нас самый большой объект, да, вообще? На не, ну он самый близкий, его поэтому... Этот, да, ну это ж спутник, он всегда рядышком. Сама всегда на одном и том же месте получается. Когда Земля, не он крутится вокруг Земли, а Земля как крутится, а он на одном месте, правильно? Вот это я тебе не подскажу, может и он крутится. Наверное, крутится. Вот кратеры, это получается. Ой. Вот эти кратеры? Да, не разменил себе. Да я думаю, один на месте. У нас кратеры, получается, они вот по 100 километров, да, такие вообще? Ну, вот это тот нижний, на который внизу экрана, он ориентировочно 100 километров. Вот этот примерно. Да, ну вот этот тут где-то около 100 километров. Ну, конечно, как изучать. Это, блин, метеориты летели, у него же нет своей атмосферы. Атмосферы нет, ничего не сгорает, оно бьет. До нас когда летит, оно сгорает. На нас и сейчас залетят, сгорают. А что это тут так такое? Это уже не то кратер. Да не, у меня есть... Солнце снимал, он прямо с этого островка безопасно. Солнце вообще красиво, да? Да, ну ладно, что у нас сегодня? Давай я сейчас закончу запись. Сегодня 24-е. Да не за что. Спасибо большое. Не за что. 24-е, 2020-й год. С праздником, кстати. Праздник. Это вы сейчас для себя, да? 2028. YouTube.